Добрый день. У тебя есть? Есть одна. Тебе же я на... Добрый. Спасибо. Мне... Ты... Удивительная тут стража. А что тебе надо?
Могу принести еще. Хороший выбор. Теперь ты станешь сильней. Больше ничего. Мне...
найду своего сына. Тебя.
прикончу! Снова вор, значит, возможность поживиться. Нужно быть осторожней. Вот и награда за терпение. Что-то стряслось? Что-то случилось? Воздух здесь странно дрожит. Так бывает, когда йотуны пускают в ход свои мороки. Сумею распорядиться этим лучше, чем слуги Хель.
оленье святилище? Или эта хель помутила мой разум? Thank you.
дворе владыки воров рады всем, кто готов вести честную торговлю. Но разве станет вести честную торговлю владыка воров? Когда-то я был простым вором. Обчищал мертвецов, продавал их добро, дрался с другими ворами. Но теперь я тут хозяин. Мне доверяют все отбросы Нифльхейма. А значит, и ты можешь. Может, мы и поторгуем, но доверия не жди. И пускай. Я друзей не ищу, только выгоды. Ну как, берешь что-нибудь? Что у тебя есть? Ищешь, что купить? Что ж, давай приступим к делу.
уйдешь, воздвигну памятник из твоих костей. Ты получила этот мир в дар. И лишишься его, если не отдашь мне Бальдра. Я получила бесплодный мир, приют лишенных чести и прочих неугодных. Но я дала им цель. Какую цель? Пребывание в вечной смерти? Нет. Жизнь, свободную от страха смерти. Тот, кто служит мне, будет рожден заново. Добро пожаловать в дом Дани Мертвеца, бродяга! Прости, что не принял тебя с почестями,
Мой враг добрался сюда первым. Ты явно за кого-то меня принял. Я просто скитаюсь. Да, брось, Хави. Я много где был. До того, как Дурв захватил мою плавильню, пленил работников и обрезал канаты. Канаты? Я развесил канаты надо всем Дёкерланом, когда заправлял плавильней, и перевозил все по ним, над землей. Звучит внушительно. Ты будто собирал настоящее войско. Ха-ха, моих запасов хватило бы на сотню войск. Но что в этом толку, когда Дурв нанял турсов, чтобы лишить меня всего? Скажи, твоими канатами еще можно пользоваться? Лишь частью. Но если моих двергов освободят, мы снова все протянем. Проложим тебе путь через Дёкерлан. Достойное предложение. Ты знаешь, где именно их держат? В самой плавильне. Есть два турса, у каждого связка ключей. Значит, если я добуду у турсов ключи и вызволю узников, ты протянешь канаты? О, тогда я верну плавильню и клянусь Дорином, мы навяжем больше узлов, чем Норны! Можно вызволить дверга в Дани.
Берегись, уловок этой твари! Thank you.
быстро. Враг долго не протянет! Thank you.
Не зевай! Сбей эту тварь с толку! Здесь не врать! Скорее! Получи! За это заплатишь! Сдохни! Пламя! Дай мне силу! Тебе конец! Обступи!
клетках верно сидят дверги Дани. Сюда! Храни тебя, Один, Эйвор! Вперед, дверги Тёкерлана! Помогите! Благодарю тебя, Эйвор. Ищешь, что купить? Что ж, давай приступим к делу.
Отец! Отец! Кто ты? Злосчастная жертва гнусных опытов Хель? За что норны обрекли тебя на столь страшную участь? Не норны. А ты и эта дрянь Брюнхельд сделали меня таким. Сколько предательств на твоей совести, лживый язык, если не узнаешь конунга Гота! Хельмгуннар, зачем Хель превратила тебя в нелепое чудовище? Я сам собрал себя из брошенных конечностей и ненужной плоти. Я дитя ненависти. Меня ведут злоба и жажда мести. Thank you.
здесь можно свариться заживо. Назад пути нет.
Господь?
ищешь что купить? Что ж, давай приступим к делу. Ты смердишь гнилью, змей! Все отец ищет сына. Я тоже люблю свой молодняк. На свете нет ничего вкуснее. Жрешь своих детей? Правильно, так они не оставят в мире свой гнусный след. А как же ужас, боль, смерть. Сейчас ты поймешь, что это не пустой звук. Thank you.
Те, кого сожрал Нидхёк, не возвращаются. Я окажусь ему не по зубам. Всякий раз, изгоняя меня, ты придаешь мне сил. Закаляешь мою волю, как дверги клинок. Я разрублю тебя от хвоста до... Хватит! Я не в силах больше это слушать. Хватит! С меня довольно! Беда с детьми в том, что им не хватает терпения. Что за вздор? Кому нужно терпение? Когда оно помогало победить? Да почти всякий раз, когда готовишься к битве... Хватит с меня твоих наставлений. Просто, отец, избавь меня от уз клятвы. Клятвы? О чем ты? Ответив, я ее нарушу. Так нарушай, коли припекло. Если ты клялся служить мне нянькой, я освобождаю тебя от обета. Я клялся головой Йормунганда, змея Мидгарда и славной смертью, которая ждет его от моей руки. Что ж, скажи мне правду. Твои слова посеют во мне сомнения или подозрения? Я не знаю. Что ж, тогда прости, сын. Я не хочу обременять тебя своим горем, но ты здесь... А Бальдер нет. Да. Хочешь получить услугу? Возможно. Что ты предлагаешь?
и смердишь драконьим дерьмом. Нидхёк повстречался. Он, поди, уже старый беззубый. Он держится тем, что пьет сок из корней Игдрасиля. Но хаос и гниль все равно мало-помалу поглощают его. Хочешь увидеть, что я создал, слушая тебя? Покажи.